Здорово. Всем привет, кто на видео зашел. Попробовал я ваш клятый дедлог. Игра мне очень понравилась. Вот это первая нормальная каточка, где я уже, собственно, показал свою скиллуху. Скиллуху вы знаете, мы играем на уровне всегда. Поэтому обязательно ставьте лайки и на канал подписывайтесь, если вам нравится дедлог и вы хотите больше контента по этой игре. И вам хорошего просмотра. Так, ладно, фарминг. Стадия фарминга. Мне бы вот сюда залезть, попасть, ты чё? Оп! Не увидела, да, меня птичка? Бывает такое. Так, у меня тип пока фармит на линии, я их подушу. Ну как подушу? Насколько могу. Хорошо. Гребаная ракета в голову получила меня. Да надо заканчивать и завтра подрубать пораньше. Так, играем на пикселях чисто. Завтра что за день недели, чат? Тразю, сможешь еще Майгранту, пожалуйста, кинуть? Я буду тебе очень признателен. Берем на мистик. Сейчас будем спамить единичкой по ним жестко. Я отменил, прикиньте. Вот фрик, блять. Хорошо взлетело. Боезапаса не хватает жестко. Нормально. Ух. А где мой? Добей. А, не пробивает эту штуку. Сюда. Хорошо. Вот он и кильчик пошел, чат. А второй пойдет. Сюда, молодые. Блин, ну дед мне прям нравится. Фул комфорт, значит, для меня. Так, надо похилиться срочно. Так, спирит точно берем, этот точно берем. Погнали. Где твой счет? Вот, на ПК, на таб нажимаешь на табуляцию и смотришь. Вот 1-0 у меня. У нас всего 2 килла за, пока что, и эти 2 килла на нашей линии сделаны. Поэтому мы молодцы. Слишком далеко. И что? А ну-ка пикни. Интерфейс ужасный. Самый херовый интерфейс, что я видел, если честно. Ни хера не видно в этом интерфейсе. Блин, ну сейчас бы убил бы, если попал. No matter where they run to.
contact. О, а ну-ка. Бум! Сюда, кильчик. На ульте. Хорошо пошло. Хорошо. Нормально. Фармим. Можно бэкаться. 2-0 идем. Механика ульты немного напоминает красавчика. Ну, типа того. Ну, блин, нет, еще кого-то мне напоминает. Больше, чем красавчика. Но я не помню кого. Так, что, мистик шот? Пока не можем, да? Почему? Рано, типа, или что? Так, увеличит урон оружием, когда у вас больше... Блять! Я только сейчас понял, ёб твою за ногу. Вот я фрик. Что мне нужен мистик шот. Пойдет. Закупились и пойдет. Чё у нас? Желтые, да, сильно просеживаются? Может, я пойду попробую помочь? На желтых чисто. Тут прям душат. Где они? И где? Где духотень вся на желтый? Типа меня бросил. Ну давай я постою на жёлтый. А, ну не, он едет вроде. Никого нету тут. На синюю надо идти, наверное. Или на какую там пушат. Вообще интересно, за сколько в игре есть необходимый вот этот вот момент с инвейды и все остальное. Ну вы поняли, короче. Инвайт пришел, инвайт сразу не приходит. Инвайт приходит спустя там какое-то время. Сюда переигран. Хорошо. Чисто переехал на деде. Кто промазал? Всех убил, ё-моё. Всех и все убил. Промазал. You will learn what it means to be hunted. I have eyes. Что они там делают? Там туса какая-то. Leading the target. Вы устали, я не устал. Но вообще уже 6 часов стрима, пора, может быть, передохнуть даже, нет? У нас очень равная каточка. Сюда! Ну вот он, дед, смотрите. Мой мейн. Стрик из 4. Они вообще дефать не планируют или чё? О, планируют. Засасывает. Попал. О, я не успел взлететь, прикиньте. Пульсирующая граната меня добила, видимо. Ладно, ладно, я понял. Так, экстра чардж апаем. Экстра чардж апаем. Хорошо. Является компонентом Improved Spirit.
А где Improved Spirit? Вот он. Мистический. Но Improved Spirit, кстати, топ. Так-то. 3К фармим и можно. Короче, знаете, что по ощущениям понял? Ну, это прям моба-шутер, да, вот как, не знаю, как Overwatch, там, типа, как Дотка. Нужно просто миллион часов насидеть, и тогда все будет понятно. Запомнить, что такое Improved Spirit, что он дает, зачем он дает, он чуть меня не захукал. Привыкнуть к предметам, ощутить их, этот... Ну, как они юзаются, поняли импакт от предметов и все такое. А где мейн? Вот он мейн. Это же вот мой мейн. По троим попал. Голову дал. Убил. Ну что за... персонаж. Блин, я тоже ультой снесли. Лично мои прикидки, для таких игр около 300 часов надо, чтобы начать разбирать. Да, да, я тоже думаю, что супер долго. Так, ну мы фармим что? Мы фармим на improved cooldown? Не improved cooldown. А что я хотел фармануть, чат? Improved spirit. Вот он. Не хватает душ. Что это за гороховый лукарь? Там ты гороховый лукарь. Ты видел, у меня стата 5-2. Хорошо, идем. Это мой мейн вообще-то. Айтемы тут не такие сложные, как в доте. Здесь сложность айтемов не в сложности айтемов, в том, что их много, блин. Просто овер много на каждую позицию предметов всех. Это прям жесть. Я поэтому и говорю, что нужно просидеть. Ну, ты, конечно, перегнул 300 часов, мой грант. Но я думаю, часиков 100 точно нужно наиграть минимум. Чтобы хотя бы понятие было какое-то в игре. Чтобы кнопки не путать. Ну, мне очень нравится, я не знаю. Теперь мы ее можем стримить, поэтому хз. Maybe даже можно без смайта поиграть. Знаете? Иногда. Ну, то есть, прям иногда отдыхать. Пойдем за айтемом. Что тут по ролям? Тут все, здесь все универсально. Есть здесь наклонные, наклонность есть у персонажа, да? Кто-то там милишник, он более жирный, он может во фронтлайне играть. Но прям как такового разделения нет. То есть ты не можешь там выбрать роль предварительную. Так, Improved Spirit, да? Да. Тут смайте будет... еще они бы не сливались в магазине. Это ранняя альфа, бро. Они еще это 10 тысяч миллионов раз переделают. Куда? Короче, мне дед очень нравится. Очень комфортный персонаж для меня. Но надо еще игр 20 на нем сыграть в ближайшие дни. Чтобы было понимание хоть какое-то. Ну я. Передержал немножко. О, хил, кстати. Это они прикольно. Все, я умер. Но у седьмого радиус ульты просто безумный. Перезарядка ваших умений и предметов. Ну, как будто бы надо, да. Ваш выстрел накладывает на жертву эффект, увеличивающий мистический урон. Да, забыл про эту штуку. Совсем забыл про эту штуку, имбалансную. Что у нас тут, парни? Чат, завтра понедельник. Как насчет того, чтобы подрубить трансляцию пораньше и подрубить исключительно дедлог, и, ну и возможно вуконг потом после дедлога пойти. То есть попробовать уже начинать внедрять дедлог помимо смайта. Зеленых айтемов купи, а то ватный. Ну я же типа дэмэдж, чувак. Я не туда жал. Я его все равно убил. Просто все кнопки перепутал, но убил все равно.
Все равно убил. Меня кто-то там долбил сзади, я все равно килл сделал. Завтра на работу из отпуска. Эй, сочувствую. Сочувствую, бро. Ну, слушай, ты же можешь прийти, допустим, на трансляцию? Давай зелененьких купим. Здоровье. А, плюс к мистической силе здесь тоже есть. Восстановление выносливости, скорострельность, выносливость. Супер стамину мы можем апать. Что дает? Увеличится 1 до 2 прыжков с рывком, прыжки воздуха, которые вы можете совершить до приземления. Блин, ну прикольно. Да-да-да, я просто не думал, что в этих айтемах есть mystical damage хоть какой-то. Блять, не знаю, я кайфую прям от игры. Вам в натуре не нравится? Шарики зеленые не обязательно сносить. Он когда лопается, я все равно получаю души. Просто его могут убить враг, и я не получу души. То есть здесь крип-контроль важен, по сути, только в начале. Потом я не думаю, что кто-то заморачивается насчет крип-контроля, если честно. Ух, дэмэдж-то. Офигеть. Сюда. The Amber Hand will stand triumphant. They won't catch me flat-footed. I'll fire from above. There it is. Надо спрыгнуть, а то меня сейчас накажут. Мистик лайфстила не дамаг? Чего? Что это за инфа так ведома? Мистик, что? Да, 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 это тир 1, тир 2. Это выглядит, понимаете, игра выглядит сложно, но если, как сказать, распределить по более привычной схеме, вы все поймете сразу. Где здесь мистикал, где не мистикал. Здесь, по сути, не три линии, как мы привыкли, а 4. Здесь, по сути, все то же самое. Т1, Т2, Т3, вышка. А остальное все уже механические новые предметы. Плюс 23% краж жизни мистикалом, прикиньте. Нифига. Сила духа, мистик дэмэдж. Вот. Ой, там у нас пушит, Рик. Пушит у нас линию. А, ну я на миссил, блядь, как. Летать! Улететь! Не увидел его. 21 мы сегодня посмотрели. Ой-ой-ой, какой же у меня дикий урон сейчас единички. Бынч. Нормально тебе там? Живется? Я что, фуловым выхилился? Или меня похилили? Ой, в голову дал, хорошо. Хорош, добили лоха. Ах ты ж, стан прошел. Сюда. Куда зашел? Ну, отключай свою систему. Нельзя? Хороший замесседж был, да? Мы прям подразобрались с ними. Как отменить? Я вот хочу не стрелять. Ой. Нельзя отменить. Нам надо пушить. А, подождите, мы пушим линию, в которой ничего нету уже. Да. Ух. Еще кильчик. Хорошо, киллстрик из 3. Arrows will rain all fine.
землю. Иногда сюда килл. Где вы? Выходите. О, я кого-то застанил. Головешич. Слушайте, если я не набью много урона, я удаляю игру. Ой, здесь еще этот стоит, лол. Нафига. Че, здоровяк? Нельзя что ли подлететь? Седьмой идет. Все идут. Нет. Нормально. Понимаю, бро, понимаю. Тоже бы ливнул. Тоже бы ливнул, бро. На базыч. Ускоримся на базыч в этот раз. Блин, крутой перс, мне очень нравится. Че он с 15-5? Что? Хорошо. Хорошо. Вторая игра на нем, я 15-5 иду. Так, а что я хотел купить? Search of Power. Усиливает выбранное умение, навсегда увеличит его мистическую силу. Да, вот это. И вот это. Я не знаю, мы одну и ту же линию оранжевую пушим, не понимаю зачем. Нам бы мид убить. Мы можем мид убить? Или они вообще не хотят его бить, мужички? Не надо мид. Почему? Они нам сделать ничего не могут. Почему не надо? Ну мы как в баранные ворота долбимся, в пустые. Сделайте минус 5. Да, они не пойдут туда. Они не пойдут туда. Ладно. Жесть, я его обогнул, птичка. Очень неудобно управляется. Ну все, минус 5. Почему мы не можем эти мид ломать? Не пилот, но она такая, понял, нелегко управляется. На жесткий чем пушим. Флекс-слот. Флекс-слот. Дайте мне, я хочу флекс. А, этот неуязвимый пока, да? Ага.
Я спрятался. Я спрятался, меня не видно. Пойдет. Ломать, чтобы страж стал уязвимым. Хорошо. Не хочет драться со мной. Правильно. Правильно, правильно делает. В этих еще штучках бывают не только типа голда, ну типа этот души. Здесь еще и бафы бывают, микробафы. Будем бить? Or no? Let's go mid. They're in mid. Hold back. Ну, либо тогда фиолетовую ветку надо пушить, я не знаю. Это единственная ветка не спушенная у нас. Пойдет. А подождите, это уже спушили, что ли? То есть нам осталось только вот этого убить, гига-покровителя. Хо-хо-хо, еще кильчик сюда. Хилстрик из 8. Ну все, они засурендерили, я так понимаю. Не, очень тяжело птичка. Ну, не то, что тяжело, ладно, не тяжело, но неудобно. Ой-ой-ой, в пятку убил, видели? Понимаю. Не осуждаю. Давайте, только тут вы меня сможете убить. Только тут. 19-6. Охренеть. 19-6 это неплохо. Усилит выбранное умение, она накладывает замедление. Охренеть. Могу вот это усилить? Не могу. Блять, так у меня нет усиления. Активный. Так, вот это. Выстрел в голову снижает сопротивление оружия. О, нифига себе. От ваших пуль вражеских накапливается эффект, повышающий вашу мистическую силу. Погнали. Spiritual Overwolf, блять. Ну, слушайте. Хорошая каточка, прям гига отличная каточка. Го, посмотрим. Thank you. No problem. Просто закейрил. Давайте урон смотреть. У меня самый большой... Что это у меня самый? Урон по игрокам. Еее, топ дэмэджа. Больше всего убийств, больше всего топ дэмэджа. Вот так вот, чат. Вот так вот. Всего-то пару игр понадобилось, чтобы быть сильным челиксом в этой игре. Янтарная длань победила.